Друзья, всем привет! На связи, как всегда, Виталий Жогов. И в сегодняшнем видео расскажу вам об еще одной раздаче от Somni Life. Напоминаю, что Somni Life уже проводили раздачу. Нам нужно было просто подключить кошелек, подключить свой Twitter. И за это мы получали токены. Сейчас у них новая раздача, о чем я написал у себя в Telegram-канале. Поэтому, друзья, если вы до сих пор не подписаны, то обязательно подписывайтесь на мой Telegram-канал, потому что здесь вся подобная информация появляется в первую очередь. Но я знаю то, что сейчас возникнут у некоторых ребят проблемы с тем, чтобы выполнить все условия, потому что даже я сам немножко был запутался и не понял, что где изначально находится. Поэтому давайте поэтапно обо всем поговорим. После того, как вы перейдете по ссылке, которую вы найдете под данным видео, либо же под постом в Telegram-канале, вам появится вот такое вот окно. Друзья, обращайте внимание, что ссылку вам нужно обязательно открывать в браузере, где есть MetaMask, для того, чтобы выполнить все условия, то есть в Google Chrome. Вам что нужно сделать? Шаг 1. Перейти в профиль, подключить кошелек, подключить Twitter и Discord, дальше выбрать аватар и после этого загрузить демо-игру. Ну и заклеймить свои токены. Давайте будем говорить обо всем по порядку. Так, переходим в профиль, вот есть кнопочка. Дальше вам нужно будет вот здесь подключить свой MetaMask кошелек, после чего подключаем свой Twitter и Discord. Ну, Discord, я насколько знаю, не обязательно, но можете подключить, это дополнительные бонусы. Дальше, друзья, вам нужно вот здесь внизу выбрать свой аватар. Есть несколько аватаров, выбираете себе там парня или девушку, все как бы на ваш вкус. После чего нажимаете, вот здесь будет кнопочка Save, вот, к примеру, видим Save, если я изменю свой аватар, у меня вот этот. Нажимаем Save, и ваш аватар выбирается. Дальше по условиям нам нужно перейти в Enter вот 3D демо, то есть в 3D-демо игру, и там выполнить некоторые шаги. Нажимаем вот здесь на эту кнопочку, и у нас загружается игра. Игра, друзья, загружается некоторое время, нужно подождать, все зависит от вашего интернета. Ну и так как это все демо, оно еще немножко там работает так себе, грубо говоря, немножко потупливает. Мы видим, что вот здесь есть наш аватар, у нас вот на футболке видим заставку с Твиттера, либо с Дискорда, я не помню, откуда берет, ну неважно. Здесь мы можем вот ходить, наблюдать, ознакомливаться с этой метавселенной. Здесь мы видим вот других игроков тоже. Вот есть другие ребята, не знаю, это живые люди или просто от игры. Но я видел, что есть некоторые адреса метамасков. Короче, что типа живые люди. Дальше, что нужно сделать? Нужно нажать, вот мы видим в правом нижнем углу Check-in. Как на нее нажать? Я нажимаю вот Escape, после чего нажимаю Check-in. Так, check-in. Нужно тоже немножко подождать, потому что не сразу подгружается. Иногда нужно даже несколько раз кликнуть. После чего ждем, когда загрузится наш пост. Ну, тоже сейчас не могу понять, это у меня интернет немножко плохой или просто это все тупит. Ну, вроде интернет нормальный. Дальше, после чего мы нажимаем пост, делаем этот пост себе. Я как понимаю, это оно идет в Twitter. Ну и все. Здесь, по сути, нам больше ничего делать не нужно. Дальше переходим в первую вкладочку. И здесь есть кнопочка Activities. Дальше нам нужно будет нажать вот Ongoing есть. И Check in the Somni Life 3D Demo. Короче, нажмите, чтобы выполнили условия, грубо говоря. Кликаем сюда. После чего листаем вниз. Здесь у нас есть наш кошелек подключен. И вам нужно нажать Claim Rewards on BSC. То есть забрать свои... Ну, токены, грубо говоря. Ну и после чего вы можете взять вот свою ссылку, делиться с друзьями и тем самым зарабатывать дополнительные бонусы. Вот такое вот коротенькое видео, друзья. Если оно для вас было полезным, обязательно ставьте ему лайк, обязательно подписывайтесь.